Эти кинокадры теперь уже стали историческими. Хотя снимались они еще совсем недавно, когда в Криворожье на металлургическом заводе имени Ленина завершалось строительство сверхмощной доменной печи. Домну-гигант строили комсомольцы. Они приехали сюда по путевкам комсомола, по велению беспокойных сердец. Три раза перевыполняла нормы молодежная бригада во главе с Григорием Гирниченко. Вместе с ним работали на стройке бывший моряк-севастополец Анатолий Боднарь, недавний ремесленник Валентин Малява. Снятый с груди комсомольский значок «Память о незабываемых днях». В рекордно короткий срок, всего за 250 дней, воздвигли молодые строители гигантскую домну. Новый исполин металлургии в строю. Именем 22-го съезда Коммунистической партии назвали металлурги Криворожья еще одно величественное сооружение «Семилетки».